самого утра мы собрались и приехали в Лепую все. Только папа Лёша с Евой остался, не захотел, хотел отдохнуть. Да, в городе проходит уже, сегодня будет второй день фестиваля Summer Sound. Каждый год мы с вами сюда приходим, только не ночью тусить, а днем погулять и вам показать. И вот наша компания, мы все приехали и идем гулять. Машину было поставить довольно-таки сложно. Поставили ее чуть-чуть в стороне. Здесь везде пахнет алкоголем, я не знаю, как будто кого-то тошнило в траве. Но много молодежи. И днем здесь можно бесплатно просто погулять. По крайней мере, так каждый год было. Но до определенного времени надо выйти. Все потом заходят по билетам. Показали сумочки. Сумочку показал? Да. Сумочки показали, чтобы ничего такого. А где Сережа? Так, сумочку на стену большую проверяют. А что такое? В прошлом году здесь тоже была Берна Пилсетыня, такая детский городочек. Можно деток оставлять. Здесь что у нас? Пепси, как и в том году. Это две одинаковые, Полина? И то да, две одинаковые. Да, а теперь эту пробуй. Я беру этот. Вкуснее ногой. А это? Да, то вы так, не дома. Это Delta Strot. Привет, фанаты! Мы вас любим! Твои фанаты? Наша большая семья. Решили покататься на этой. Там Денис, Настя и Сережа. Милена испугалась. Детям нельзя такое. Очень круто. Оно все сильнее и сильнее. Это чудовище. Ужас. Еще и крутится. Жесть. Хорошо, что я не поехала. О-о-о. А прикинь, катаешься, как будто тошнило. Мне кажется, Насте плохо. Блин, бедная. Ужас. Теперь мы выходим на пляж. И мы пойдем по песку. А у тебя кроссовки? Да, у меня кроссовки, но все равно.
Ну так себе. Где вы? А вы куда? У нас экскурсия. А так можно? Да. По парти бус. Офигеть! Это парти бус? А что за бус? Я первый раз, кстати, в таком автобусе заехал. Uzliksi citu variantu, nav. Es vienkārši paklausīšos, lai tur viss ir šobrīd. Kas mums tur vēl ir? Kas mums tur vēl ir? Kas mums tur vēl ir? Это они готовятся на вечер. Пойду ночью в поле с конем. Да? Вот, сегодня второй день, и сейчас они днем все готовятся, чтобы вечером выступать. Смотрите, как я умею. Молодец. Такие мы. Смешно вообще. Окей. Ну, Извините. Так надо было. Хотят все-таки на этой карусельке. Я еду с ними. Мы сейчас все вместе были в Хессе, и мы стояли в очереди часа два. Это точно. Это жесть. Но мы уже, ну, просто дети хотели, и мы уже стали, как бы стоим. Мы думали, она будет немножко быстрее двигаться, но нет.
Так что мы сейчас все покушали. Ты где? Я здесь. И едем на дачу. Хотели заехать в Гробиню на авиашоу, но, если честно, все уже устали после этой очереди, да? Ну, после этой движухи, все то, что у нас происходит сегодня в городе. Все, едем на дачу, туда уже Моня с Ярославом приехали. И твой папа нас ждет. Простите, нормально почти. Вы только посмотрите, пока мы были в городе. Смотрите, какая здесь чистота. Папа взял и все почистил, каждую брусчаточку. Вау, Макс, ты видал? Вот это тебя, папа, так нужно почаще оставлять здесь. Ну, дрова, конечно, ты стопил. Стопил. За это можно, да, Настюша говорит. Папа, папа, а что это за косяк? Что это за косяк? Вот. Я знал, что ты найдешь. Я знал, что ты нашел. Но у меня лучше, знаешь, прям под цвет. У меня счастливые носки. Счастливые такие носки. Понимаешь? Я приехала с Ярославом. Вот это Ярослав, если что. А это Моника, если что. А все остальные где, Чернов? Где они могут быть? Поехали в магазин. Да. Вы реально арабские шейхи. Вам нужен красный ковер рядом постелить. Рассказывай, что вы делаете. Короче, у нас сегодня за шеф-повара Денис. Приветствуем его овациями. Он сказал, что он сегодня сделает самое вкусное мясо. А вы будете так стоять, смотреть, самое, да? Самое вкусное, самое сочное, самое... Что будете наблюдать? Ну, да, чтобы все прошло хорошо. Да. Наша цель. Дать тебе шампура. Ты сядешь здесь, будешь нанизывать мясо, и будешь здесь шаманить. Колдовать. Девочки, тем временем чистят картошку. А я буду делать салат. У нас все что-то делают. Я уже приготовила овощи, не хочу их намыть. И сделаю салат. Съемка сделана в середине 90-х. На ней лидеры самой кровожадной группировки России – Ореховской. Встречи, разборки, планирование заказных... Сейчас будет уже ужин. Картошечка сваренная. Соус. А у нас сегодня есть дианторский пирог. Ждем шашлык, хлеб и салат. Ну, по типу греческого. О, слюнки текут. Привет! Опять со своей рукой травмированный. Извините. Друзья, мне очень приятно, что когда я появляюсь во влогах, во-первых, я делаю контент, не только к моим родителям, и я вижу очень много приятных комментариев. Спасибо вам огромное. Ой. Вот и мясо. Первая часть, да, еще курица жарится, правильно я понимаю? Да, еще курица. Вторая часть это будет курица. Красота. Так, курочка, да? И как? Алиночка, будешь курочку? Конечно. Что? Он только пришел. Прекрасно сидим, у нас что-то уже дождь начинает даже. Да. Да. Ну что, мы поели, было очень-очень вкусно. Соседские дети. Соседские дети бегают, туды-сюды, наши дети бегают. Маня с Ярославом мы же уехали. Да. У нас, кстати, знаете, что произошло? У нас поломался сабвуфер на домашнем кинозале. Он порвался, динамик не выдержал наш туз. Теперь музыка звучит в бане. Да. Нужна новая музыка сюда. Так что будем думать насчет этого. Смотреть будем в эту сторону. Да.
Так что все, давайте мы сейчас заканчивать видосик будем. Сейчас пойдем по чуть-чуть попаримся, чуть отдохнем еще. Посидим перед костром, если нам дождик это не помешает, потому что уже капает. А с вами, друзья, мы увидимся завтра. Все, да. Давайте. С вами была Анастасия и... И Хэмили. И Кирюшка. Давайте, увидимся с вами завтра. А там.